Образование, вера, усилие и дисциплина. Это четыре столпа, которые поддерживают нерушимую, невероятную, непоколебимую жизнь. Если вы живете по этому правилу, нет ничего, что вы не можете создать. Нет ничего, чего бы вы не могли иметь. Нет слишком большой мечты. Нет слишком большой проблемы. Нет человека или группы людей, которые могут остановить вас. Нет никаких ограничений. Правило ОВУД. Образование, вера, усилие и дисциплина. Образование. Есть причина, по которой Джим Рон однажды сказал: «Формальное образование поможет вам выжить. Самообразование приведет вас к успеху». Если вы хотите просто выжить или иметь среднюю жизнь, ваше образование закончилось в тот день, когда вы закончили школу. Если вы хотите от жизни большего, вы никогда не перестанете учиться. Уоррен Баффет сказал: «Чем больше вы учитесь, тем больше вы зарабатываете». И это правда. Чем больше вы узнаете и направляете свое внимание на то, что вы хотите в своей жизни, тем больше шансов, что вы все это получите. Обучайте себя всему, что имеет для вас значение. Все, что вы хотите улучшить в своей жизни. Научитесь этому и действуйте. Вооружайтесь знаниями, необходимыми для победы над любым вызовом. И когда этот вызов наступит, у вас не будет страха перед ним. Вера. Если вы не верите в себя, не ждите, что кто-то другой поверит в вас. Если вы не верите в себя, не ждите больших результатов. Вера – один из четырех столпов успеха, потому что без веры в себя действия бесполезны. Без веры в себя ваши действия будут постоянно откладываться на потом. Если вы верите, что потерпите неудачу, вы будете подсознательно пытаться доказать свою правоту. Ищите причины, почему вы должны верить в себя. Собирайте каждый выигрыш, который у вас когда-либо был в жизни. Хвалите себя за все свои качества, свой характер, ваш дух. Знайте, что даже если вы еще не добились успеха, вы способны на это. Вы этого заслуживаете. И если вы готовы работать для этого, вы это получите. Поверьте, эта вселенная прикрывает вашу спину. Поверьте, что вы предназначены победить. Поверьте, что вы победите. Это только вопрос времени. Усилие. Вы можете назвать это усилием, вы можете назвать это действием. Вы можете назвать это духом никогда не сдаваться. Вы можете назвать это как угодно, но это не про обычного среднего человека. Это умение делать дополнительные усилия. Это когда парня или девушку просят сделать 10 отжиманий, но они делают 15, потому что они хотят больших результатов. Это когда человек работает сверхурочно, без вознаграждения в течение многих лет, но все равно делает это. Это человек, который встает раз за разом, когда, кажется, нет причин вставать. Все, чего вам не хватает в таланте, вы можете восполнить усилием. Это менталитет успеха и третий столб великой жизни. Дисциплина. Дисциплина – это маленькое слово, которое ведет к большой жизни. Подумайте о любой области вашей жизни, которая нуждается в улучшении. Я могу гарантировать, вам не хватает дисциплины в этой области. Большинству людей не хватает дисциплины в своем рационе. Большинству людей не хватает дисциплины в их последовательных действиях, в разработке, в применении действий к своим целям. Большинству людей не хватает дисциплины, когда дело доходит до того, чтобы сказать «нет» вещам, которые, как они знают, они должны говорить «нет» чаще. Пить, вечеринки, переедание. Слово «нет» используется сильными. Сильные не боятся остаться в стороне. Дисциплинированные говорят «нет», когда им нужно сказать «нет». Развивайте дисциплинированную жизнь, и вы получите все, что пожелаете, за короткий промежуток времени. Установите четкие цели. Обучите себя всему, что вам нужно сделать, чтобы это произошло. Будьте готовы приложить необходимые усилия. Научитесь говорить «нет», когда вам нужно. И верить, что это произойдет. Верьте, что вы способны. Постройте эти столпы для своей жизни. Если вы это сделаете, вы никогда не сломаетесь. Ничто не может поколебать эти основы, если они всегда сильны.
они остаются сильными только с работой. Сделайте это образом жизни, и у вас все получится. Успехов и развития вам, друзья!